В связи с экстренными событиями вернулся ВОЖ и экс-мэр этого города Мелис Мырзахматов, который в последние годы проживал за рубежом в связи с возбуждением против него уголовного дела. Он тоже был принят жителями Аша восторженно, так же, как и Садыр Жапаров в Бишкеке. В интервью местным телеканалам он заявил, что готов сотрудничать с кем угодно, лишь бы способствовать установлению в городе и стране порядка и стабильности. И Садыра Джапарова, и других я поддержу, если это будет законно. Если мы вернемся в правовое поле, и вы выиграете, и я, и наши дети, и народ выиграет. Если любой другой, не только Садыр Джапаров, будет легитимным, я поддержу. Я и с Атамбаевым готов договариваться ради интересов государства. Даже с чертом надо говорить, чтобы выправить положение. Мамлекеттің қызықшылығы үшін. Шайтан келсе сөйлесіп, азыр жөнге салыш керек.